Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал облик торгового центра в районе деревни Сивково Одинцовского городского округа. В одноэтажном здании общей площадью около 1200 квадратных метров разместятся продовольственный магазин, семейное кафе, аптека и другие предприятия общественно-бытового назначения. Внутри и вокруг торгового комплекса сформирована вся необходимая для комфорта инфраструктура. На территории расположена велопарковка и летняя терраса.